Морозы в Иркутской области начнут отступать только с 1 февраля. Сейчас в регионе действует холодный антициклон. Он также проходит по районам Якутии и Бурятии. Северо-восточные потоки воздуха будут значительно остужать Иркутскую область. Предстоящей ночью на юге Приангарья ожидают до -32-34 градусов. На севере ближется к -40. В среду морозы чуть отступят, а вот с 1 февраля температурный фон медленно начнет повышаться. В ближайшее время в ночные часы температуры будут понижаться от -28-33 градусов, местами до -39 градусов. В северных районах до -46 градусов. Дневные температуры понизятся от -15-20 градусов, местами до -25 и даже 30 градусов.